Буйничев Константин Сергеевич, 25.01.83 года рождения, село Киряково, Болотинский район, Новосибирская область. Служу в ЧСВ-1205, располагаюсь в Кемеровской области, город Верга. Попал на территорию Украины 24 февраля. Был ранен, мне помогли мирные жители, оказали первую помощь, передали военным. В боевых действиях не участвовал, никого это ни с кем-то. Война никому не нужна, как бы сам против того, чтобы наши бомбили мирных жителей. Поэтому не нужна эта война никому, ни нам, ни мирным, ни в Украине. Надо прекращать это все, эти боевые действия. Какого числа попали на территорию Украины? 24 февраля, я сказал. И откуда заходили? А? Откуда попали на территорию Украины? Вот этого не могу знать, но с территории России заходили, как бы, ну, через Белоруссию. Как бы я там ни разу не был, поэтому не могу сказать точно как. С кем вы ехали? На какой технике вы ехали? Ехали на БМП, должны были проверить маршрут, вернуться обратно. Но пока двигались, у нас колонна это... была колонна уничтожена, был ранен, контужен, добрался, я говорю, пошел это пешком, дошел до мирных жителей, они там мне оказали помощь, потом передали военным. Когда вы попали на территорию Украины, вы понимали, что идете на войну? Нет, не понимал. Что вам, начальство, что вам говорило? Они говорили, что должны были учения, потом. Вроде как сказали, что на территории Украины. Никто этому не верил, потому что перед этим выступал министр иностранных дел, сказал, что войны никакой не будет. И война на самом деле никому она не нужна. Что хотите передать своим родственникам, сослуживцам? Надеюсь, что будем все живы, что никто больше не пострадает, ни со стороны Украины, ни со стороны России.